привет. Заказал, короче, посылочку с Алиэкспресса, с Китая. Две звезды. Пришли очень быстро. Примерно 18 дней, короче, прошло. Я как бы был в удивлении. Я думал, где-то дней 26 будет. Ну, было написано, что 26 дней где-то будет посылка идти. Но пришла очень быстро. И сейчас хочу вам показать, раскрыть, что пришло. Ну, сразу скажу, пришли, короче, две звезды. Наш это Narrowed White, который не спадает, который цвет не спадает, цвет звезды получается. Сейчас покажу вам все. Запаковал, вроде бы неплохо питает. Как я и заказывал, получается 32 черного цвета, одна и вторая. Это фирма Мутсок. У этого продавца получается было как бы много продаж, положительных много отзывов, все получали, все нормально. Все приходило. Вот, пожалуйста, две звезды черного цвета. Достану, покажу вам. Такая красивая звездочка. Получается, на шатуны 32 зуба. Черного цвета, алюминий, такая вот красивая. Все, дальше, если будут какие-то еще посылочки у меня интересные в Китае буду получать, я буду вам снимать, показывать, что у меня пришло для велика, какие запчасти я заказал. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все, всем пока.